Всем привет, с вами Эпик, и вы находитесь, как всегда, на канале Digital World. Вот, мы сегодня с вами продолжаем проходить шикарнейшую игру Assassin's Creed 3. Вот, играем мы за персонажа Хейтом, его зовут. Мы в данный момент находимся на корабле, и нас отправили в какой-то город, провинцию, я точно не запомнил, за какими-то людьми, которые помогут в нашем каком-то деле. Вот. И на данный момент мы путешествуем с вами хоем-броем по кораблю. Вот. Так. Людишки какие-то. О, смотрите, точки доступа Wi-Fi. На карте. Внизу. Пойдемте прогуляемся сюда. Привет, солдатик. Или точнее моряк. Солдатик, блин. Так, а мы можем здесь бегать, например? А, быстрый шаг. Так, точка доступа Wi-Fi. Где у нас точка доступа Wi-Fi? Вот у этого чувака. Взаимодействовать. Есть минутка? А, вы тоже из Лондона? Да. Приятно видеть на борту людей нашего круга. Привет. Руперт Мартин, к вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Хейтем Кенуэй. Кажется, мы запомним. Вовремя покинули город. Да? Вы ничего не слышали? Будем называть его Хейтем. Опере? Нет. А что случилось? До сих пор толком не ясно. Я боюсь, не скоро что-либо прояснится. Мотивы известны? Точно не ограбление. Возможно, нарушение условий какой-либо сделки. Или же нечто более... более личное. Кто знает. Но я рад, что уезжаю. В этом городе становится все опаснее. Да? Ну, может быть, может быть. Окей, я так понял, что это уже не точки доступа Wi-Fi, а с теми, с кем можно поговорить. Ладно, давайте поговорим вот с этим, кто лекарь, что ли, какой-то? Доброе утро. Да, по ходу дела. Здравствуйте. Позвольте вопрос. Лекарь, я не знаю. Вы судовой врач или просто пассажир корабля? И то, и другое. Отна. Меня нанял королевский флот изучать болезни моряков. Так что я буду забавно наблюдать экипаж. В открытом море матросы болеют куда реже, чем люди вообще. Само хотелось собой бы узнать, почему. Надеюсь, вас ждет успех в этих изысканиях. Я тоже. На заднем плане благодарю всякие вас. Антисептики стоят. Так. Окей, дальше идем путешествуем по кораблю. Видите, качаются вот такие вот штуки. За них, короче, когда корабль шатает сильно очень в море, за них моряки держатся, чтобы не упасть, не разбиться. Так. Каюту нашу прошли. О, чувак метет. Молодец, подметай. Чё? Здорово, братки. Упиваем, отдыхаем. О, что-то подсвечивается. Кости какие-то. Ну-ка, давайте узнаем. Мы не подошли. Вот. Сыграть в игру? Какую игру? Фонорона. Как принято считать, была придумана на Мадагаскаре игровым полем или доска с сеткой 5 на 5. Каждый игрок размещает доски по 22 черные либо белые фигуры, затем пытается захватить фигуру соперника, двигая вдоль линии на доске либо навстречу. Угу. Давайте попробуем. Хотите ходить первым? Нет. Не хочу. Хочу посмотреть, как начинать игру. Подтвердить. Давай сыграем, дружище. Честно, понятия вообще не знаю, как играть. Еще как тактическая камера есть. Используйте селектор фигур, чтобы двигать их вдоль линии. Сейчас.
Сейчас, ребятки. Вот. Вот так лучше будет. Камеру с вами повернули. Да, уберите свой... О! Вот это. Вот сюда. О, мы взяли что-то. Круто, ребят. Так, давайте... Да, давай. Да уберите свою руку. Угу. Как ходить-то дальше? Блин, я попасть не могу. Трудно очень. Знаете, что я предлагаю? Плюнуть и все. На эту игру. А, вот сюда надо. Вот. Я черными играю. Все, я понял. Более-менее разобрался. Он мои сожрал. Фига он жрет. Вот посмотрите, что он творит. Ага. Давайте вот это. И передвинем. Вот сюда. Так. Теперь передвинем сюда. Теперь вот сюда. Все, я понял, в принципе, принципы игры. Чтобы как-то что-то можно было сожрать. Так, давай сюда. Отлично. Давай сюда. Недурно. Недурно. Я знаю. Я многих твоих пожрал уже. И я понял принцип игры. Главное... Это приблизительно наши шашки. Но он, блин, жрет быстрее меня. Давайте вот сюда поставим. Ладно, вот сюда. Но я почему-то ем по одной только. А он жрет, блин, дофигище прям. Давайте вот сюда. И потом вот сюда. Отлично. Так. Главное, чтобы он не съел все мои до того, как я съем его. Так. Так, и теперь вот сюда. Так. Теперь вот сюда. Отлично. Давай сюда. Вот, прекрасно. Пока держимся. Более или менее. Нет, то есть мы отступим назад. И вот сюда. Ну, что ты теперь скажешь? Ага. Слабо. Так. Главное аккуратно. Не, есть, конечно, предположение, что я проиграю. Вот. Оп. Чувствую, сейчас он моих заберет. Да. Так и знал. Так, давай ты. Вот сюда.
Ага. Ступил, значит, да? Ладно. Сейчас мы тебя слопаем. Попытаемся. Вот сюда. Ага. Теперь тебя вот сюда надо прикрыть. Так. Думаю, все, я проиграл. У них прям в атаку идут. Смотрите, что он делает. Просто берет и атакует меня. Сейчас он меня сожрет, по-любому. Не, да. Он меня сожрал. Негодяй. Ну ничего, еще научимся играть в эту игру. Получше. Я уверен, путешествовать по воде мы будем очень часто. Да. Мы проиграли. Ну ничего. Как-нибудь в игре. Там тоже какие-то кости. Пойдемте посмотрим. Где-то вот здесь. А у тебя что? А, у тебя подобного вещь. Так, ладно, не, подобный нам. Нафиг не сдалась. Пойдемте наружу выйдем. Смотрим, что да как там. Ух ты, Атлантический океан. Нифига себе. Посмотрите, какие просторы. Посмотрите, как красиво. Давайте поговорим. Вот чувак стоит. Капитан? А, это капитан. Мистер Кенвей. Спасибо, что взяли меня на борт. Прошу прощения, если вам доставили какие-то неудобства. Неудобства? Мягко сказано. Прошу прощения. Из-за вашей прихоти мой корабль задержали в порту на 2 дня. Я потерял несколько контрактов. Я не знал. Еще бы. Все вы знать одинаковы. Ой, да ладно тебе что-то. Подумаешь. О. И все будет как надо. Че это, чувак? Ты уверен? Еще бы. Я когда-то подводил тебя? Нет, но кое-кто беспокоится. Просто доверься мне. Вот увидишь. Так-так. Наш почетный гость почтил нас своим присутствием. Вернулись бы вы в каюту. Фиалкам на верхней палубе не место. Ребята. Но вы-то здесь. Что, шутником считает, да? Да. А как тебе такая шутка? Ты что, хочешь файтинга? Не суйся. Ну ладно, будете файтинг. Опа. Нас сейчас обучают драться. Ауч. Удерживает, чтобы парировать. Давай, давай. Надо в определенный момент. Не помурал на раунд, понимаю. Либо я слишком близко, либо я далеко, не пойму. Ай. Гляньте, как он вертится. Просто ауч. Чувствую, меня сейчас побьет, будет больно. Да я не могу понять, в какой момент это. Так. Дай ему хорошую трепку. Я хочу мои деньги. Да, хочешь и мало ли получишь. А. Вот только дайте мне драться нормально. А. О.
Ну разве это не парень? Так, удерживайте, все, буду удерживать. На... А, все. Давай, деточка. Сейчас оттяну. На. Глядь-ка! Влез сюда и думает, что перед ним все должны на брюхе ползать. Есть еще? Угомонитесь. Какие-то. Если капитан увидит... Дьяволу капитана! И тебя, Мил, заодно! Ты сам-то за кого? Сейчас мы его... Давай, давай, давай. Иди сюда, и тебе начищу. Кто кого из нас? Все, упал. Я ему ногу сломал. Или я игру сломал. По ходу дела. Ребят, по ходу дела я игру сломал. Угости-ка его в челюсть. Один удар, и он вон как раскорячился, валяет. Ну, Тимон, я тебе припомню. Уделай этого хлыща. Ладно, окейшки, давай с контрольной точки попробуем. Загрузить последней контрольной точки. Маленькая перезагрузочка. Ну давай. Ля-ля-ля-ля. Ой, как страшно. Давай. Давай еще. Слабак. На, 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 на. Упал. Влез сюда и думает, что перед ним все должны на брюхе ползать. Да, ты сейчас будешь передо мной ползать. Ты уже ползал. Дьяволу капитана. И тебя, Мил, заодно! Ты сам-то за кого? Ну давай, попробуй. Давай еще раз. Опа! На, на. Че, дерзкий такой? Все? Успокоился. Я готов еще раз, если что. Это неразумно. Че? А я тебя не боюсь. Нет. Очень зря. Зачем, чувак? Чувак, зачем? Иди лучше рому попей. Сдаетесь? Все? Успокоился? Как тебе такой расклад? Нажмите пробел. Подгадайте момент, я один раз нажмите. А, понятно. Нажмите пробел. Что? Что здесь происходит? Капитан. Я жду объяснения, мистер Кенуэй. Эти глупцы, мы просто решили немного развлечься, капитан. Решите-ка лучше немного поработать. Я плачу вам не за то, чтобы вы развлекались, черт возьми. На два слова, мистер Кенуэй. Да не вопрос. Да, чуть не забыл. Возьмите ваш нож. Поразмяли косточки нормально. Вы мне не нравитесь, мистер Кенуэй. От вас на борту одни проблемы. В ваших проблемах повинен отнюдь не я. А кто же тогда? Вы скверный лидер, вспыльчивый и жестокий. Угу. И команда именно вас не уважает. Именно. Эй, я не ищу ссоры. Напротив, у меня к вам просьба. Да? Да, ну-ка. Вот как. Мне тоже удивило. Я подозреваю, что на борту зреет мятеж. Да, да ладно. Вот сюрприз. Я не доверяю никому, так что приходится просить вас. С чего мне вам помогать?
с того, что если они замыслили бунт, только я могу доставить вас в Америку живым. Ну, что скажете? Это да, он умеет управлять кораблем, мы-то не умеем. Если это правда, разве у меня есть выбор? Спасибо. Но учтите, если что? Вы снова посмеете угрожать мне или оскорблять, я лично отрежу вам голову. Круто. Ясно? Мы ж могём. Вкусный ром. До свидания. И вежливый. Так. Далее. Что у нас теперь нужно? Так. Нам нужно, я так полагаю, спуститься вниз в каюту. Так, куда-то у нас зеленая точка ведет. Куда же она нас ведет? Да, к нашему столику. Что же это за медальон, ребят? Что же это за ключ такой? Который открывает какую-то дверь, в которой находится какая-то непонятная штука. Которая будет либо знанием для всего человечества, либо оружием. Давайте посмотрим, подумаем. Так, записи опять какие-то пишут. Наш Хэтэуэй. Блин, Хэтэуэй. Хейтем. Окей. Ночь. И тишина. Вроде на корабле. Атлантический океан, день 28. Какой-то медальончик. О, капитан. Здорово. Мистер Кенвей. Капитан? Что бы они ни затевали, это случится скоро. Замечательно. Значит, пора за дело. Так спокойно оставляет в знакомом месте какую-то безделушку. Опять харчи урезал. Но припасов мало. Нечего половать. Здорово, ребята. Че, одной драки тебе мало? Да я тебя навалял. Ну ладно, не хочешь разговаривать. Хотел поговорить по-хорошему. О, здорово, чувак. У меня есть к вам пара вопросов. Славно, но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает. Кока? Ну пойдемте, Кока. Кок на корабле — это тот, кто готовит еду. Ха, мужики танцуют. Здорово. О! Нигер! Черный! Да и да еще часа два, не меньше. Вроде как. Там в бочонке галеты, кому надо. Вообще-то у меня к вам вопрос. В чем дело? Никто из матросов не ведет себя странно. Не говорит ничего необычного. Парни, знай, жалуются на собачьи харчи, будто это моя вина. Больше я ничего не слыхал. Мой совет — найдите Джеймса. Он всегда держит ухо востро. Да? Окей. А где его найти? Да прямо у вас за спиной, сидит на бочонке. Да? Сейчас мы его расспросим. Так. Вы Джеймс? Черный, вот это точно черный, тот был не черный. К вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал. Но не здесь. Да. Идемте. Ну, пошли. Куда что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки, не знаю, что они затевают. Так. Но думаю, что-то скверное. Интересно, что они же? Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана.
Мил старается их успокоить. Но одному человеку много не сделать. Угу. Спасибо за сведения. Спасибо. Все, иди пейром дальше. Я просто хочу добраться до колонии живым. Доберешься. Итак. Ищите подсказки на корме. Здорово. Добрый Иди вечер. Погуляй. Как дела? Тихо все. Как и должно быть. Ну ладно. Что вы здесь делаете? Просто гуляю. Решил пройтись. Разметь. Хороший меня. Воздух. Вот и все. Именно. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Да? Опа. Бочки. Кто-то выбрасывает груз за борт. Ай-яй-яй, нехорошо. Так. Надо проверить. Быренько. Какой-то малый, и шляпа не снимает. Опять харчи урезал. Мол, припасов мало. Орлиное зрение, согласен. У самого-то и гнятина да вино. Пока у нас коллег да солонина. Подсказка какая-то, ребят. Изучить. Опа, вот и бочки. Так. Кто выкидывает бочки? Да. Забавно. Мне, конечно, все равно, но, блин, это ж груз как-никак. Так. Давайте напишем еще. Заметку сделаем в нашем дневнике. Так. Атлантический день 33. Круто день идет. 28-й, 33. Прекрасно. Красивый корабль. Смотрите, какой большой, мощный. В то же время легкий. Чтобы плыть по волнам. Классно. Классно и детализированно они шикарно сделали. Есть новости. Вот. Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом. Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс? Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Боюсь, что? Это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! Они готовятся стрелять! Какого художника? Живо на шканцы! Готовьте! Какой корабль? Вы о чем, ребята? Это сигнал! Нас хотят не потопить, а захватить! Ни за что! Пускам! Готовьтесь к бою! Никто а нас не захватит! Почему? Позвольте мне вам помочь! Вы умеете брать рифы, заряжать пушки, могу. Вести бой в море? Могу. Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой? Эй... Негодяй. Задрать люки! Ну, так ничего. Эй, Тэм. Вы были наверху? Нас собираются брать на абордаж. Странно, почему бунтовщики молчат? В этом нет смысла. Именно. А чего же? То есть? Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили в опере? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? Ты тоже к ним причастен? А, так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите да обойтись со мной честно? Дайте мне клинок. И тогда я уверены, тебя... Уверены, что не... вы этого хотите. Попьем. О, какая большая шпага. Фух. Круто. Был драться на шпагах. Замечательно. Шпаги, или что это у них? Сабли. Что-то типа это. Батл.
чувак, я круче тебя. На колени. Ну давай. Получай, получай. Вот он нереально идет, реально, смотрите. Фу. Отобрали. Все. Я велел вам сидеть в каюте. Я так и сделал. Молчи. Только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль. По-любому. Бунта не было. Это все он. Что им нужно? Я. Так пусть забирают. Думаете? Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Чем все будет? Вы хотите идти прямо на ураган? Именно. Выбора нет. Я не стану. Я стану. Ладно, ладно. Все будет найсово, не волнуйся. Мы смогем. Жесткий ураган тайфун, ребята. Жесткий. Фух. Надо закрепить шпоты! Я говорил, это безумие! Успокойтесь, я разберусь с парусом. Хорошо, дайте я быстрее буду делать. Где это все? Опа! Закрепляем, закрепляем, закрепляем. Крепим скорее, давай, 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 давай. Да. Есть, готово, почти. Вот эта волна там идет. Скорее, 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 скорее. Так. Штурвалу. А, за штурвалом стоит, чувак. Давай, 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 давай. Крепи, сильнее. Шикарная крепка, потрясающая просто. Давайте, ребята, давайте. Вот. Провод развязался. Не проблема. Сейчас развяжем. Ну, точнее, сделаем нормально. Завяжем. Давай, 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 давай. Нам нужна скорость. Мы смогем. Да не вопрос, сейчас залезем. Хоп, хоп, хоп. Мы же могем. Давай, 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 давай. Залазим. А теперь самое веселое. Повиснуть. Так, стопарс. Ух, ух! Полезли, 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 полезли. Стоп. Давай, давай, давай. Стоп, я понял, как. О, стой! Тихо. Прям хорошо попали. Тихо, куда ты прыгаешь? Тут главное тихонечко подойти и не упасть. Поднять парус. Нарежься, давай, еще чуть-чуть. Опа. Сейчас быстрее поплывем. Нифига себе. Офигеть. Молния ударила нехило. Сейчас все будет, не волнуйся, чувак. Сейчас мы тебя спасем. Я надеюсь. Кавабанга. Круто. Эпичный прыжок. Спасибо. Да не за что.
плыли? А, не, упали все-таки в урагане. Потонули. Все почему? Потому что мы круто. Мы круче их. И эпичнее их. Атлантический океан, день 72. Пережили ураган. Такой сильный достаточно. Корабль наш наполовину цел. Что это такое? Печенюшки, что ли, какие-то? О чем-то думаем. Что-то мы там увидели. Чайки, слушайте, значит, земля близко. Чайки слышны. Спасибо, Джеймс, за заданное. А чё его спасать-то? И куда вообще бежать? Давай, 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 давай. Здорово. Готовьтесь причаливать, парни. Причаливать? Я не вижу земли, только сплошной туман. Чайки именно кричат, все ясно. Поднимитесь на Марс и убедитесь. Куда? На какой Марс? А, Джеймс, которого мы спасли. Понятно. За которым мы прыгнули. Это вот это вот называется матч? Марс? Окей, ну ладно, если хотите, чтобы он так назывался. Ребята, чувствую, сейчас будет такой вид охренительный. Окей, вперед. 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 О, блин, как... Стой. Давайте так посмотрим вниз. Нет, не посмотрим. Ладно. Заберемся еще чуть выше. Ой, чувствую, сейчас какая красотень будет, ребята. Ой, чую красотень. Что-то сейчас будет. Что-то сейчас будет. Офигеть. Шикарнейшая красота. Assassin's Creed 3. Потрясающая красота. Путешествие в новый свет. Часть первая. Отлично. Мы полностью выполнили его. Полностью задание выполнили. Часть первую. Прекрасно. Мы с вами опять в анимусе. Фух. Это было круто. Это было весело. Вот что я могу сказать. Часть вторая. Бостон. Мистер Кенуэй! Мистер Кенуэй! Да? Чем могу служить? Чарльз Лисар, к вашему Чарльз слугу мы очень рад. Я покажу вам город и помогу устроиться. Не нужно, я договорился. Багаж доставят в гостиницу. Да? Ну, замечательно, спасибо. Скажите, вы сын Джона и Изабеллы? Он самый. Замечательно. И служите под началом Эдварда Брэдека? Угу. Да, но он еще в Европе, и я решил, что могу... Город шикарный, конечно, красивый порт, вообще все прорисовано очень отлично. Что именно? Простите, сэр, я надеялся, что смогу учиться у вас. Да? Я хочу служить ордену и не могу представить наставника лучше. Ой, собачка, круто. Благодарю, но вы меня переоцениваете. Как можно, сэр? Сюда. Ща пойдем, соответственно, куда-то. Ну что ж, ребятки, на этом мы заканчиваем. Вот, впереди нас ждут новые веселые приключения, забавные, эпические, шикарные. А с вами был Эпикс, канал Digital World. Вот, и всем пока, и удачи. Пока.